14 ноября в Большом зале Ленинского мемориала был аншлаг. Поклонники творчества народного артиста СССР Владимира Спивакова не смогли пропустить единственный вечер прославленного дирижера и скрипача, который был в Ульяновске уже не первый раз. Главное, что когда я приезжаю в город, я замечаю, что есть какое-то движение вперед, что город обновляется, что строится, что как-то появляются новые какие-то вывески, народ более жизнерадостный. Концерт проходил в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнил знаменитые оперные арии, неаполитанские песни, увертюры, фрагменты из опер итальянских композиторов. Концерт так и назывался «Итальянский оперный вечер». Солировали оркестру Надежда Гулицкая, артистка театра музыки и поэзии, и Алексей Неклюдов, солист Московского театра «Новая опера». В программе прозвучали такие знаменитые произведения, как увертюра к опере «Норма» Винченцо Беллини, ария «Джильды» из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди и другие. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.